Да, здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Значит, помимо того, что завершающие слова, у нас есть еще завершающие мысли, поскольку Александр Александрович оставил большое наследство ученому сообществу. Им нужно правильно распорядиться, не в том смысле, что распорядиться как обычным наследством, а быть достойным продолжать дело, которое он начал и в течение жизни осуществлял. Поэтому предлагаю желающим после завершения, завершающего вот этого слова, остаться на автопате, если есть такое желание обсудить, как и что можно сделать. Вот, я же со своей стороны очень рад и, честно говоря, даже не ожидал, что наша первая такая попытка организовать встречу специалистов достаточно широкой, но все-таки узкой области именно вычислительной химии и вычислительных методов, что это удастся с помощью интернета. Видите, практически не было технических проблем. Были немножко у нас, да, проблемы с английским языком, но здесь есть над чем работать. С точки зрения информации, которую вы услышали, надеюсь, она оказалась полезной, интересной для вас. Я много нового для себя узнал, хотя, конечно, я уже не являюсь профессиональным химиком давно. Вот. Пользуйтесь Кимпортом, пользуйтесь интернетом. Так победим. Большое спасибо всем за участие. Очень рад был со всеми познакомиться, многих увидеть. Обращайтесь, если Кимпорт может вам чем-то помочь. Всегда с радостью, безвозмездно. Вот. А теперь, пожалуйста, желающие по поводу светлячка Firefly. Можете обсудить. Александра, я думаю, может быть, что-то хотела бы добавить.